Добрый день, уважаемые подписчики. Как я вам и обещал, показываю тот самый Москвич. Наверное, это модель 2140, возможно, 412. Как вы знаете, 2140 – это последователь 412. Очень интересный экземпляр. АЗЛК написано на иностранском языке, в хорошем состоянии. Не сказать, конечно, что он красавец. Такие молдинги у него. Все хорошо сделано. Ведь сзади красивенько тут смотрится. Рейлинги на крыше. Попробуем заглянуть в салон, если там никто не спит. Ну, салон не видно в такой темноте, не фокусируется. Мне, конечно, больше нравится 408 Москвич. Здесь уже пошли формы в сторону упрощения дизайна. И пластиковый, такой простой черный пластиковый радиатор, решетка радиатора. Ну, тут примоднили они его, иностранные версии, вот этими молдингами. И колеса тоже прикольные. Вот такие. Ну, не очень хорошо видно, но примерно видно, что такие интересные. Тоже такие черные, нехромированные зеркала. То есть... В целом дизайн мне, конечно, не очень нравится, но для этой модели экземпляр, конечно, классный. Вот так он здесь стоит. Не знаю, ездит на нем, нет. Пока что его движения не видел. 44 РУС. Не знаю, что это за регион. Ну, вот такая панорамка. Всем до встречи, подписывайтесь на канал, впереди вас ждет много интересного, много интересных новых автомобилей. До свидания.